Водители карет скорой помощи обратились в городской отдел ГАИ с жалобой. Неотложкам со звуковой и световой сиреной не всегда уступают дорогу. Ведь даже минутная задержка скорой в пути может стоить чьей-то жизни. Спецрейд госавтоинспекторы провели в час пик. Все подробности в материале пресс-службы УВД города Бендера. Карета скорой помощи спешит на вызов. Дорога, каждая минута, медлить нельзя. В связи с многочисленными жалобами водителей скорой медицинской помощи по факту непредоставления преимущества в движении спецтранспорта, включенной звуковой и световой сигнализацией, отделом ГАИ города Бендеры было проведено рейдовое мероприятие. Сотрудники ГАИ проверили, как водители реагируют на сирену скорой помощи. Вызовы такие бывают экстренные, когда каждая секунда дорога, и надо побыстрее приехать, а некоторые водители не уступают дорогу. Бывают, да, случаи, что прямо ярые такие нарушители, которые вообще видят, слышат и не хотят уступать. Спецрейд провели в утренний час пик. По легенде, неотложка спешила на вызов. По наблюдениям госавтоинспекторов, водителей, которые уступали дорогу спецавтомобилю с включенной сиреной и проблесковыми маячками, оказалось большинство. Но были и те, кто откровенно игнорировал сигналы неотложки. В ходе рейда сотрудники ДПС совместно с скорой медицинской помощи выявляли водителей, нарушающих требования правил дорожного движения. По результатам сегодняшнего рейда два водителя были привлечены к административной ответственности. Им придется оплатить штраф в размере 184 рубля. Те самые считанные минуты водители неотложек теряют в ожидании того, что их пропустят в плотном потоке транспорта. Порой, чтобы спасти чью-то жизнь, этого времени как раз и не хватает. В ГАИ говорят, проверки спецрейды на дорогах продолжатся.